Менее 2 недель осталось до одного из самых важных событий в жизни нашей страны – выборов президента Российской Федерации. В зале Видновской школы искусств состоялся семинар для председателей и секретарей участковых избирательных комиссий Ленинского муниципального района. В ходе него был рассмотрен ряд вопросов, касающихся работы избирательных участков. Перед собравшимися выступили несколько спикеров, каждый из которых представлял ту или иную сторону процесса работы избирательной комиссии. Председатель территориальной избирательной комиссии Ленинского района Татьяна Спирина заострила внимание на законодательстве о выборах президента Российской Федерации и на том, что нового появилось в избирательном праве в нынешней кампании. Также она привела примеры незаконных или провокационных действий, которые в прошлом происходили со стороны других участников выборного процесса. И к вам могут поступать такие обращения со стороны кандидатов, их доверенных лиц, наблюдателей даже тех же, от политических каких-то партий, не с целью того, чтобы вас подкупить, а с целью того, чтобы создать провокацию и таким образом привлечь вас к уголовной либо административной ответственности. Также слушателям рассказали о финансовой отчетности участковых избиркомов. Консультант информационного центра, член территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Валентина Назаркина рассказала о практической стороне деятельности избирательных комиссий. Если это деревня, если вы из справочника берете адреса, то, пожалуйста, посмотрите, с маленькой буквы написан ваш населенный пункт, с большой, есть ли еще какие-то написания этого населенного пункта. То есть не берите первое попавшееся. Увидели знакомое слово там, деревня там, я не знаю, Корбова, что мы на учениях, на обучении проходили, да? Увидели с маленькой буковки и набрали ее, она вообще в Раменском районе оказалась. Вы проверяете, что у вас в адрес выпадает. Отдельно освещался вопрос пожарной безопасности выборного процесса и действий сотрудников полиции на избирательных участках. В конце семинара участники могли задать выступающим интересующие вопросы. Обучение сотрудников участковых избирательных комиссий в той или иной форме будет проводиться до самого дня голосования. До проведения выборов 17 марта в территориальной избирательной комиссии будет проведен еще один обучающий семинар в режиме ВКС с председателями участковых избирательных комиссий именно по вопросам организации проведения выборов в день голосования. Выборы являются сложным, многоуровневым процессом. Он регламентируется несколькими статьями законов Российской Федерации. Сориентироваться в них человеку неподготовленному весьма сложно. Подобные семинары и призваны систематизировать всю информацию, которая так или иначе относится к выборному процессу.